Субсидии на модернизацию оборудования и социальное предпринимательство – это лишь часть муниципальных мер поддержки тех, кто работает на себя. Региональных – еще больше. И еще раз обсудить их в преддверии Нового года и обменяться опытом одинцовские предприниматели собрались на круглом столе. Я видела, как сегодня на площадке подходили и спрашивали, а вот такая мера поддержки реальная? И мне говорят, да, реально, потому что вот это, вот такие вот есть примеры. Это очень важно, чтобы даже люди слышали друг от друга, как они получают, насколько вот это эффективно. По количеству участников первое в области. Одинцовское отделение «Опоры России» – это 90 предпринимателей. Использование общих ресурсов или клиентской базы для них – практика нормальная. То, что такое сотрудничество взаимовыгодно, доказали опытным путем. Мы на такую сессию провели между Москвой и Московской области, и коллеги наши из Московской области получили площадку на территории частного детского сада в Москве. Да, и вот свои новые технологии уже пробуют там. Более 28 тысяч хозяйствующих субъектов, свыше 36 тысяч самозанятых. Предпринимательский климат в Одинцовском округе благоприятный. По этому показателю муниципалитет первый в регионе, а это не только налоговые поступления в бюджет. Наши предприниматели и привлекают инвестиции на территорию округа, платят налоги, создают рабочие места, объем отгрузки, объем инвестиций. Вот эти показатели тоже имеют достаточно высокое значение уже на протяжении ряда лет. Имеют тенденцию, несмотря к увеличению, несмотря на ситуацию, которая сейчас происходит в экономике в целом. Рассказать предпринимателям о действующих мерах поддержки именно сейчас особенно важно. Нововведения, практический опыт помогут представителям одинцовского бизнес-сообщества оформить заявки на субсидии в следующем году. Василиса Ивашкина, Евгения Августина, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».